А что темень-то такой? Че такие напряженные, ребят? А? Собственно, че им напрягаться? Это же у меня, в моей профессии, на первом месте стоит что? Правильно. Боль, кто сказал? И страдания. Да? Че, может, газку? Не? Реально? Кстати, зря. Офигенная штука. Ой. Сейчас объясню. В далеком детстве я был тот еще тип. Я хомячков душил, травил я рыб. Мочил я из рогатки голубей. На кошек выливал я суперклей. И мама, воя от моих проказ, твердила каждый раз: какая шуть, сынок мой милый, не забудь, чтоб как-нибудь свое садистское выразить суть. Сын, будь дантиста, это подходит весьма тебе роль. Сын, будь дантиста, люди платить тебе станут. Ну, за боль я побой. Фиговый ты будешь священник, не айс будешь ты педагог. Лучше дантисты, иди, мой сынок. Ну, вот такой он злой космортен. Сколько газа, этот газ. Да, подруги, ой, видно, как они плохи наши дела. Этот доктор просто маркиз де Сан. И сплюнь.